Свежие забрали. Всем доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Вот Вадим завтракает, коньяк палочку пьет с утра. Ну, чтобы не расходиться. Да, вот время у нас. А, ну это надо вот так включить. Что там время? 15:08. 15:08. Ничего себе, уже давно пора. Как ты красную икру палочками берешь? Показать? Ну, конечно. Берешь вот так, одну икринку. Ага. И доносишь, да? Ну точно одну. Да, повторение. Дубль 2. С днем рождения, Вадим. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, ура. Ваше здоровье. Ну ура. Так, это неофициально еще. Ой, мы с ложкой едем. Да, и я говорю, это завтрак. Товарищи. Вот вышли. Чего? Если не пойти туда? Не, мы сейчас... Вадим сказал, что мы пойдем... По пляжу сейчас пойдешь полный... Как? Наберешь... Владимир Ильич сказал. Песка. Ботинки. Окей. Ладно. Какая интересная стенка. И дома. А там они крутят, то ждут новую волну. А так вот они выходят, или те, которые там не особо ас, они там встают на доску и до сюда прям до берега. Вот этот новый кампус построили, Apple-овский. Там в этой области цены растут бешено совершенно. Ну, понятное дело. А сейчас Google будет строить в Сан-Хозе новый кампус. Uh-huh. Это тоже близко, там недалеко, поэтому цены будут расти, 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 расти. В общем, выгодно вложились. Да. Стоп забытых вещей. Массовые зарядки. Да, и штаны у всех одинаковые, купальники. Да, ты класс, лавгард. Baywatch. Ну да, да. Вот так, девушки. Симпатичные в купальничках. Шикарный дом. На этой горе. Но на океан не выходит два дома от океана, поэтому всего два-три.
Пошли купаться? Молодцы. Девочки. Девочки, точно. Ой, нет, ну это вообще. Это надо видеть, конечно, да. Он сними нас с воды. Только не на камеру, а на телефон. Она имеет в виду, ты нас отсюда снимешь или нет? А у вас колбаса есть? Мы отсюда еще сами снимемся, будь здоров. И делайте культы из еды. Paradise Beach пришли. И местная Венеция. Может, по пивку? Ну давай пивку, ты выпей. А вот я бы кофе. Я туда сделаю кофе. Сейчас подумаю. Yep, right down there. Wow! Got it right down there. Now this, you gotta get this off too. Sonia! Right off, right here, right there. Светка балдеет. Под свет прямо. Да, другая Светка. Не балдеет. Балдеет. Шуршит. Вообще вот. Очень красивое место. Вадим, свой день рождения. Сидит, балдеет с коньячком 1738 года. И попивает, и покуривает. Какие тут вот виды красивые. Вот океан, туман рассеялся. Все, начали. Защита. Так, можно это? Значит, чего вы собрались-то сегодня? Галя, от Орегона, значит, поздравление приехало. Можно начинать? Можно. Наш милый Вадим, поздравить хотим тебя мы со славной датой. Будь весел и бодр, здоров и любим, удачливый будь. И богатый. Жизнь так же люби и гостей созывай. Всегда молодым оставайся. Тебе ж всего только 30 на 2. Или даже трижды по 20. Ура! Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, а я чё, рыжая? Ты, конечно, ты рыжая. Ты тоже к Орегону имеешь отношение. Ух ты, а тут вообще. Это подарки, подарки. Там не вина орегонская. Володя, Галя, Света, а кто рисовал? Похоже, да? Вадим, измеритель времени. Тебе нужно единственное время теперь измерять. Оно простыми часами не измеряется. Чем измеряется? Простыми часами не измеряется. Простыми часами не измеряется. А, сейчас не бери. Не туда. Не брони. Там одна только стрелка. Вперед или назад?
А туда-сюда? Когда отлив. Смотри, сейчас прилив, значит, надо наливать. А что ты как народ удивился? А как же, работай. Потрясающе. Как показывает прилив, сразу наливаешь и все. Ну, потрясающе. Отлив, значит. А что мы будем отбежать отлив? Зачем? Ну, там, я их люблю. Там инструкция. В принципе, нужно отлив, full moon подкорректировать. Отлив, да. Но как бы его чуть подстроить во время full moon. Сейчас full moon, она через неделю будет. Но, да, вы знаете, что... Я крабов ловлю на полный отлив. Ну, что мы знали, что мы крабов кайфуем. Ой, спасибо. Уходим гулять. Время. 9 часов 5 минут. Луна. Разговаривает. Толя здесь. Ну хорошо, пойдем, все. Идем. Там все повернулись. Привет. Это мы. Вы даже с подсветкой. Ну, в смысле, не подсветкой, а с подсветкой. Вместе с Ильей догнала. Я ничего не смог сделать. Я не знал, что двумя руками на ней поводок. Хочешь, что меня видно в камеру? Догнала. А тебя вот я просто глазами не вижу. Давай, там стоишь темно. Камера за шопу. Ну, смотри, вот туда. Ну, немножко, да, она как бы освещает.